выходной вечер в Лорет-де-Мар. Решили по улицам прогуляться. Вот набрели на такую церквушку симпатичную. Сейчас почитаем, как она называется, кто ее построил. Бычок симпатичный. Штефан, ты прочитал, что это за церковь? Прочитал, что это за церковь? Написано по-испански, я по-испански не понимаю. Посещение церкви до 20:30. Вы уже опоздали, да? 20:30. 10 минут как. Прикольно такой, да? Модерн. Ну что, пойдем тогда дальше по улице. Папа Кухма, ты с Мюзельера. Хочешь остров? А и не хочешь. Смотри, сколько сумок. Макаронский. Этот магазинчик мы в видео у кого-то видели. Сколько? Вот это 3,90. Смотри, сколько шоколада разного. 4,75. Мне вот такие ноги нравятся. Сколько он стоит? Это что за гуманоид? Штефан, хочешь? Это как? Что за гуманоид? Ты знаешь, как его зовут? Не знаешь? Герадыник. Герадыник. Эфир. Что она там нашла? Мама hat gesagt, in dem Laden gab es Nougat. Дешевле. И смотри, сколько сумма. Вы что, маленький сумма?
Гуччи хорошая скидка на Гуччи. Хорошую скидку сделаю. Мистер Дёнер. Мистер Дёнер, хочешь потом? А налево еще дальше можно идти? Или там уже все, последний квартал? Да, идем к морю, там попрохладнее. В городе жарко еще. Ну, нас пойдем по этому и потом по той улице, которую мы вчера шли. Шины пропустим. Ну, мы до крепости дойдем, да, сейчас? Да не, я думаю, не. Сейчас вот по набережной пройдем, как раз она. Сейчас попытаемся до крепости дойти. Время есть еще, пойдем пройдемся. Сейчас 15 минут. Ну, в принципе, когда у меня звонили. Еще рано, еще только начало 10. Пошли туда, есть ничего. Вот я с Митанахом помню.
страшно, да, стало? Страшно. Страшная собака.